Мурманский областной театр «Кукол» переедет в новое здание в 2016 году. Подведены итоги открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации реконструкции бывшего гарнизонного дома офицеров. Сейчас актеры занимают часть помещений на первом этаже научной библиотеки. После переезда театр будет располагать площадями в 5 раз больше – 3500 квадратных метров. Для зрителей откроют 2 зала на 300 человек и на 60. Финансирование работ по реконструкции здания на Ленина, 27, планируется осуществить в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона на 2014-2020 годы» за счет средств областного бюджета. Объект предполагается включить в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования столетия основания Мурманска.